Друзья, всем привет! Сейчас мы поедем на авторынок «Зеленый угол» и посмотрим, что же там происходит после снегопада. Какая обстановочка? Приехали на рынок, вот, откопали еще не все. Начинаем сегодня со спайка, который вчера был закопан. Вот придется немного поработать, откопать, и будем смотреть. Один автомобиль откопали. Теперь можно и приступать к осмотру. Автомобиль осмотрен. Он полностью соответствует аукционному листу, который лежит в автомобиле. Не битый, не крашеный. 3,5 балла с пробегом 138 тысяч. То есть стоимостью. На стекле не написано. По-моему, продавец сказал 650 тысяч стоит данный автомобиль. Захватим немного цен. Nissan DS4 VD, что сейчас очень актуально, 390 тысяч рублей. Toyota Spade, 14 год, 1,5 литра, передний привод, 540 тысяч рублей. Гибрид Prius Alpha, 2014 год, мотор 1.8, полноценный гибрид, 880 тысяч рублей. Это у нас пробежка. Honda Fit Shuttle, 595 тысяч рублей, с разумным торгом. Гибрид, литье, камера заднего хода. Вот здесь 599, вот здесь 595. И разумный торг. Дальше на осмотре у нас Nissan Days. Посмотреть не можем уже пару дней. Вот Миру откопали. Days практически тоже уже откопали. Специально для нас. Вот осталось немного с этой стороны. Ну и как-нибудь его отсюда выгнать. Вот здесь тоже так хорошенько навалило. Ладно, сейчас откапываемся и смотрим. Пока откапывают Nissan Days, решили посмотреть Toyota RAV 2008 год, 4 ВД, стоимостью 500 тысяч рублей. Фары, линзы на литье, на летней резине, повторители, бесключевой доступ, темный салон, сзади метла. 4 ВД, машина не ржавая. Машину посмотрели все, пока практически все соответствует аукционному листу в плане кузова. То есть она не бита, она не крашена. Вот, аукционный лист уже платный, поэтому нужно будет открывать, смотреть на соответствие по пробегу аукционного листа. Кстати, он на климат-контроле, 8-й год, 2 ключа. Единственное, вот то ли замерзла она, то ли еще что, автомобиль не заводится. Но это будем решать. Days осмотрен практически до конца. Аукцион 15-й год, аукцион 4 балла. Статистику в данный момент открываем. Крашеных, мененных элементов на автомобиле не обнаружено. Здесь, конечно, пришлось повозиться, полазить, посмотреть, что там происходит. Машинка, ну вот рыжики вот такие вот есть. Ну, без этого никуда. Салончик приятный, чистый. Вот паркур только вот такой вот. Откуда ты тут взялся? Хотя не должен был там быть. Вот, ладно, пока смотрим сканер, возьмем немного цен в сугробиках. Daihatsu Mira ES, 15 год, 4 ВД, 295 тысяч. Suzuki Spacia, 15 год, кнопка старт, 315 тысяч. Ну, это Mira Какао, розовый цвет, 660, климат-контроль, автомат, 315 тысяч рублей. Это Alta. Голубенький цвет за 305 тысяч рублей. Это Move Stella. То же самое, все одинаково. 339 тысяч рублей. Это Мираж. Зеленый цвет, аукцион 4 балла, 369 тысяч рублей. Honda Freed Spike. Именно Freed, а не Spike. 535 тысяч рублей. 9-й год, черного цвета. 4 ВД, 7 мест. Есть 5-местные,
Ну, это минивенчики. То есть, не знаю, берут их для того, чтобы было именно 7 мест. Потому что если тебе нужно 5, вот здесь немного поддуто. Если тебе нужно 5, бери спайк. По кузову он не идеальный, есть нюансы. Покраска двери, порога. С правой стороны тоже. Покраска двери, порога. 9-й год, 4 ВД, стоимостью 535 тысяч рублей. Автомобиль осмотрен. Ну, сейчас информация будет скинута вся. Вот так выглядит авторынок самых верхних площадок. Ну, здесь труба, здесь ветер дует, сдувает, поэтому намело. Как бы здесь не особо много. Кстати, здесь есть отдельная стоянка, где... Посмотрите, ребят, сколько хайсов. Где одни вот такого плана автомобили. Ну и, собственно, вон он, сам рынок. Так, ну вот, сегодня у нас какой-то прям день фридов. Еще один закопанный экземпляр. Вот, ну сейчас хотя бы первоначально нужно посмотреть поверху, да, что с ним, немного откопать. Узнать пробег. Пробег, ну да, тут, конечно, жесть вообще. Опа, ребята. Капец, у снега, смотрите, по пояс вообще навалило. О, бля, зато до крыши можно добраться. Вот видите, вмятинка есть на крыше. Ладно, сейчас потихо откопаем, посмотрим, что с ним. Сегодня забрали еще один очень интересный автомобиль. Это Suzuki Solio в гибридном исполнении 2017 года на литье с туманками, на летней резине. Ребят, забрали ее со стоянки. Как бы у нас вот подтаяло немного. Подтаяло. Ну, короче говоря, трассы, основные трассы растаяли, да, придомовые территории, все в снегу. Доехали, перегнали ее к себе на стоянку. Сейчас будем ждать, пока все это растает, чтобы отогнать автомобиль в транспортную компанию. Почему, вы спросите, не покупаем зимнюю резину? Потому что автомобиль приедет, уже будет весна. Ну и как бы человеку зимняя резина не нужна. Он в идеальном состоянии. Автомобиль ни косок, ни потертостей. Чистейший, аккуратный, ухоженный салон. И, ребят, друзья, машина топляк. Покуда она была утоплена, вы сейчас видите на своих экранах. Здесь все сухо, салончик чистенький, все работает, электродвери работают, климат-контроль работает, бесключевой доступ работает. Аукционика, конечно, на данный автомобиль нету, но мы нашли состояние, покуда он был утоплен. Ну, вот это вот так называемая гибридная установка, она работает там немного на мафан, там, на обогревы. И так далее. То есть это не полноценный гибрид. Посмотрите на подкапотное пространство. То, что автомобиль утопленный. Тут никак не узнаешь об этом. Никак. То есть есть дополнительные закрытые базы, да, где можно посмотреть, где можно это узнать. Посмотрите состояние низа автомобиля по низу, под днищем. Пойдемте покажу по задней части автомобиль. Вот как вы догадаетесь, что это топляк? Что от него ожидать, от этого топляка? К сожалению, это, ну, это действительно вопрос. Человек осознанно покупает этот автомобиль. Очень хорошая комплектация. Две электродвери, айстопы, датчики при столкновении, кожаный руль, мультируль, климат-контроль, камера, здоровый магнитофон. Вот видите, показывает вот эту вот гибридную установочку. Пробег на автомобиле 77 тысяч. Очечница, подсветка, все включается, все работает. Сколько, что-то холодно стало, сколько места в автомобиле. Ну, данный автомобиль, он в рекламе не нуждается. Сзади подсветка, шторочки встроены. И сзади, видите, даже есть подлокотники для задних пассажиров. Что касается передней части, то подлокотник идет только для водителя. Здесь очень удобный подстаканник. Есть верхний бардачок. С этой стороны, соответственно, тоже бардачок, подстаканник. Ну, сюда мы что-то можем положить. А японцы молодцы, вот в Solio, да, что мне нравится. Ну, стоечки такие с большими стеклами сделаны. Великолепная обзорность на
на данном автомобиле. Вот такой вот топлячок поедет у нас в центральную часть России. Ну а покупать топляк либо ездить на нормальном, да, автомобиле, это уже решает каждый сам за себя. Купив вот этот автомобиль, человек может отъездить беспроблемно, я не знаю, очень большое количество времени, а могут возникнуть проблемы. Проблемы могут возникнуть какие? Да какие угодно могут возникнуть проблемы. Осмотрели ДС, как вы видели, мы его сегодня осмотрели, был весь закопан, снег тает, очень быстро вылезло солнце. Машина оказалась 4-бальная, продавец не обманул. 15-й год, 4Б аукцион, стоимостью 305 тысяч рублей с родным пробегом 90 тысяч. Вот, многие сейчас зададут вопрос, да, вы вот, мы вам позвонили, вы нам отказали, там за 300 тысяч, ДС, там кейкара никакого не найти, да? Друзья, мы в поезд такие автомобили за 300 тысяч не возьмем, это просто случайность. Хорошее состояние, машина не бита, не крашена, 4 балла, не ржавая. С таким пробегом. Сейчас немного покажу. Чистенький салон. Единственная неприятность такая, которая бросается в глаза, это вот этот момент. Светлое сиденье, светлый салон. Сиденье складывается вот таким образом. Все очень просто. Поднимаются. Так, где у нас там? Также они у нас ездят вперед-назад. Ну, показывать, я думаю, мы это не будем, потому что показывали уже неоднократно. Дверная карта пластик, электростеклоподъемники, автомобиль заводится с ключа, корректор фар, уши, все складывается, все работает. Видите, пробег 90 тысяч на автомобиле. Подлокотник, автомобиль 2015 года. ПТС-ка, все документы есть. Они бывают на климат-контроле. Ну да, здесь, конечно, комплектация попроще. Но цена 305 тысяч рублей. И то там, по-моему, пятерочку продавец скинул. Двигатель 07. Где там потерялась у нас эта штука? Тоже подкапотное пространство не ржавое. К работе двигателя вопросов нету абсолютно никаких. Да и по внешнему виду автомобиль смотрится, ой, очень-очень даже как хорошо. Поэтому, ребята, мониторьте дром, смотрите, выхватывайте вот такие вот автомобили по небольшим ценам. Ну, на сегодня все. Не забываем подписаться, кто еще не подписан. Поддерживайте нас, распространяйте видео, показывайте друзьям, знакомым, родственникам, всем. Все, всем пока.